Детская грядка у нас разрастается. Цветочки цветут. Это у нас вьющийся огурец. Называется секрет. Вот он начинает зацветать. Вот. И уже плодики. Смотрите, какие. Вот они, ежики. Видите, какие ежички. Вот. Интересно. Тоже вьющий огурец. Он вьется. Вот они зарождаются маленькие. Вот, они, вот так цветет. И тянется кверху. Но нужно поправлять, чтобы он вился. Ежички наши растут. Вот они уже какие красивые. Колючие. Вот они. Видите, как какие ежички. Вот их сколько много. Вот они. От пасынка. На каждом пасынке, вот, как видите, по два. Вот, можно их и больше оставлять, но я не буду их. Вот я их буду вот так вот обрывать, чтобы они созревали лучше. И вот тянутся то же самое кверху. Будем наблюдать, что это за декоративный такой. Ну, а это вьющийся огурец. Вот он, секрет называется. Вот смотрите, какие ежики. Вот после дождя прошли дожди кислые. И вот что-то с ними стало, с листиками. Плодов очень много, этих ежиков. Вот я поднесу ближе. Вот смотрите, какие эти ежики красивые. Вон на ветру качаются ежечки. Но они еще будут расти. Вот они поверх, еще вверх цветут. И будут еще ежики продолжаться до самого верха. Вместе рядышком с люфой. Вот она, здесь люфа и наши декоративные эти ежечки. Ну, мы сейчас сорвем ежечков этих и посмотрим внутри, что у них есть. Ну, красиво. Сейчас мы разрежем и посмотрим, что здесь внутри. Семечки вот такие. Это еще зеленый плод. Такой зелененький. Он еще растет. Сейчас сухой. Разрежем большой. А тоже он зеленый. А пахнет прям как огурчиком. Прям таким пахнет. И много семечек надо собрать. Он не гибрид. Вот однолетник. Для красоты красиво. Будет как лиана виться. И для поделок детям очень даже будет красиво. Что-то придумать, сделать. Очень даже оригинальный такой вот вьющийся огурчик. Называется «Секрет». Вот в такой вот упаковочке фирмы «Поиск». Так что здесь, если смесь покупать, то можно и дыньку хашимина, и можно вот такие вот огуречики есть, и мелотрия вот даже есть в смеси. Но у меня вот попался именно здесь дынька хашимина, одно зерно, и вот такие ежечки красивые. Очень красивая лиана. Так что можно для изгородей, для беседок покупать, сажать. Очень как компания нам пишет, что это неприхотливая смесь с декоративными плодами разнообразной формы и окраски. Быстрорастущийся вьющий однолетник. Высотой до 1,80 м. Обильно цветет с июня по октябрь. Используют для озеленения беседок, стен, оград, заборов. А также высушенные плоды можно использовать в декоративных зимних композициях. Так что вот, вот такой интересный вьющийся огурец «Секрет» у нас попался вот в нашей коллекции. Ну вот, как вам композиции с этого огурчика? Вот она. Вариации с цветочком можно применять любые. И всю зиму будет стоять композиция у вас на столе. И вот также можно отнести поделку в сад или в школу. Всем спасибо, кто смотрел наш ролик. Комментируйте, подсказывайте. Так что я могу поделиться семенами, кому интересно. Соберу их обязательно и могу выслать без проблем по почте.